Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за шотландской вислоухой кошкой. Милые шотландские вислоухие кошки идеально подходят для содержания в городской квартире. Они умны, послушны и самостоятельны. Представители породы без проблем уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Это лишь некоторые особенности содержания этих забавных мяукающих. В этом ролике мы рассмотрим уход за ними со всех сторон. Итак, представляем вам 6 особенностей содержания шотландских вислоухих кошек. Уши необычной формы у представителей породы требуют особого внимания. Каждую неделю их необходимо осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Также важно регулярно посещать ветеринарного врача. Шотландские вислоухие кошки – обладатели густой шерсти. Чтобы не допустить образования колтунов, расчесывать представителей породы рекомендуется 2-3 раза в неделю специальной щеткой. А вот купать шотландских вислоухих можно раз в полгода. Глазам шотландских вислоухих кошек также нужно уделять особое внимание. Их следует осматривать 3-4 раза в неделю и при наличии загрязнений протирать специальным лосьоном. Если у животного долгое время сохраняется слезотечение или гнойные выделения, нужно незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу. Шотландские вислоухие кошки – невероятные чистюли. Представители породы не будут есть из грязной миски, пить несвежую воду или ходить в туалет в грязный лоток. Чистота и порядок должны стоять для хозяина такой кошки на первом месте. Шотландские вислоухие кошки чувствительны к переменам температуры и могут легко заболеть из-за сквозняка. Поэтому важно следить за тем, чтобы температура в помещении, в котором находится кошка, всегда была комфортной для нее. Кроме этого, специалисты рекомендуют располагать спальное место представителей породы на небольшом возвышении, чтобы риск простудиться у питомцев был минимален. Шотландские вислоухие кошки имеют хороший аппетит и из-за этого часто бывают склонны к набору лишнего веса. Владельцам представителей породы необходимо следить за тем, чтобы питание у их животных было сбалансированным и строго нормированным. Из натуральных продуктов шотландским вислоухим больше всего придутся по вкусу каши, нежирные сорта баранины, курица и индейка. Уход за шотландской вислоухой кошкой не представляет особых трудностей. Учитывайте при содержании представителя породы перечисленные особенности. И пусть ваша шотландская вислоухая всегда радует вас своим здоровьем и хорошим настроением. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!